нужно много-много сил. Потому что это долгая история. Но мы обязательно победим. Мои концерты неоднократно отменяли, срывали силовые структуры. На меня заводили дела, меня пытались лишить профессии. Но на кону никогда не стояла моя жизнь, мое физическое существование. Я считаю, что возвращение Алексея Навального в Россию – это гражданский подвиг. Я именно так оцениваю этот поступок. Я хотел бы донести вот это свое мнение до людей, для которых это мнение важно. Свободу Алексею Навальному!